Повышающий удар наносить вот ударным слоном. Я не намерен в быстром темпе рассказать про них все. Лучше мы остановимся внимательно на нескольких концепциях, а развивать их до конца не будем, мы просто потому что сюжет сам по себе совершенно не исчерпаем, и поэтому достаточно остановиться на этапе где-нибудь еще не нужно. Если, тем более, что сюжет вроде классический и существует большое количество хороших изложений, как я уже говорил ранее. Так, сейчас что-то мне сочка не то. Значит так. Я наконец справился вымучить из себя текст про звездопомцы. Должен сказать, что я этим текстом более-менее удовлетворен, потому что там сказаны действительно важные вещи, которые у меня ушло куча времени на то, чтобы их осмыслить, как бы излагать правильно порядок. Поэтому я все получили, ну, кто-то, может, еще не смотрел, тем не менее, приучайте, пожалуйста, значит, смысл всего, что мы делаем. Там рассказаны, значит, детали, связанные с вычислениями на идеях, там специально для этой картины не прописаны, но если в этой картине разобраться, они совершенно ясны. Значит, технические подробности я сейчас не буду в очень больших деталях спрашивать, но предполагаю, что вы это понимаете, поскольку мы сейчас несколько лет этому посвятили, я планирую. Значит, ту связь между разными дельта-функциями. Ну, скажем так, что это первый уровень связи между дельта-функциями, и на самом деле существует, естественно, более далекий. Он не связь между различными классами дельта-функциями. Но, тем не менее, ключевая проблема всей этой теории, над которой потом бьется и современная наука, это соотнести, я не буду предполагать, что вы уже прочитали, потому что написал, но краткий коммент все-таки дал. Это соотнести как бы два метода получения аналитических предложений и доказательств функциональных уравнений для дельта-функции. Один из этих методов основан на аналитических конгломериях, мы его изучали в самом начале нашего рассмотрения, а другой метод, который в сущности мы в подробностях на лекциях не изучали, но я его постарался прописать очень аккуратно и подробно как раз в своем тексте. Это метод, который вообще не обращается никак к точкам многообразия над расширениями конечных полей, а используя только исключительно структуру над Q над таковым и вместо реалистических когмологий называется когмологием Завицкого теорема Ревенорова. Именно этот метод обобщается на аналитические кривые. Вот. Что же касается дальнейших подсчетов, то прямо на многомерное многообразие этот метод не обобщается, хотя различные попытки обобщить существуют. И народ очень сильно бьется над правильным обобщением первого метода. И для того, чтобы понимать, на чем эти идеи правильного обобщения первого метода построены и как они соотносятся с тем, что уже доступно, я надеюсь, что этот текст будет полезен, чтобы можно было бы изучать работы на эту тему. Во всяком случае, ориентироваться в том, про что наука о дельта-функциях, по крайней мере, дело в том, что наука о дельта-функциях замечательна тем, что там не надо погружаться в технические подробности, чтобы добраться до очень сложных задач, потому что, условно говоря, для того, чтобы мы пользовались, нам не требуются модулярные формы на каких-то экзотических группах, нам не требуется программа Лингленса вся целиком и так далее. Ну, значит, и тем не менее, простейшая проблема, значит, провести для зета-функции не только то вычисление, которое полностью аналогично вычислению через теорему Лингленса, которое я эту аналогию я прописал просто до дроби в своем тексте. Но провести другое доказательство при помощи реалистической когмологии. Для этого надо уметь считать точки над расширением поля из одного элемента, что люди с разным успехом делают. С разным успехом делают, значит, и я, естественно, не стал, значит, делать нужным ключи от этих работ, потому что они, во-первых, сложные, а во-вторых, как бы, так сказать, картина еще не прояснилась, в то время как вот эти все вычисления, они уже все-таки лет 70, значит, существуют, и по этой причине уже можно их писать, не стесняясь.
Вот. Но тем не менее, значит, более-менее консенсус состоит в том, что гипотеза Риммана, доказательство гипотезы Риммана лежит на путях, которые позволяют, значит, понять, что все-таки происходит над полем из одного элемента. Ну, поле из одного элемента — это замечательный объект, и его существует довольно много, его описаний, которые друг другу иногда соотносятся, иногда конкурируют. И я надеюсь, что то самое, что изучение вот тот корпус дельта-функции, который мы изучили, который еще самый простейший. Мы изучили как бы две самых простых ситуации, когда все можно сосчитать до конца. И связи между ними. Так вот, ясное понимание того, как устроены две простых ситуации, должно вам помочь в понимании того, как доказать гипотезу Риммана, что, без сомнения, кто-то из вас в ближайшее время не осуществит. Особенно успешно сдав экзамен, как состоится через неделю. Значит, а чем мы занимаемся модулярной формой? Предварительно я написал в своем письме, значит, сложных задач вам не будет, я никогда не даю на экзамен задачи на экзамен думы, потому что таких, а даю на экзамен задачи, для которых надо понимать ситуацию. А я вот почему-то не получил письмо, хотя предыдущие получил. Это как же так оно вышло? Вы кто? Прошу прощения, напомните. Семен Молок. Ну, я не хотел поставить зал. Не ходил на первую часть курса, потом я получал первый текст. Ну, короче, эта беда будет скорректирована. Я вам напишу сегодня. Вечером она будет скорректирована. Она, на всякий случай, тоже напишите, да. Мало ли, лёг я забуду. Но сегодня вечером еще, значит, она будет скорректирована, да. Без всякого сомнения. Значит, я мог забыть поставить зал. Значит, ну, там есть в списке, значит, людей, я совсем мертвые души есть. Я не всем там послал, кто записался, потому что если записался миллион, некоторые из них ни разу не появились. А это самое. Но всех, кто видал, я послал, пробивал, собирался послать, значит, это самое. Но тем не менее, значит, потому что ваша фамилия у меня в списке активных находится. Несмотря на то, что лицо я вас так до сих пор пока не запомнил, теперь надеюсь запомнить. Но тем не менее, почему? Сегодня вечером точно, у тех, кто уже готов, можно не бояться, что я эти вот напишу. Так, едем дальше. Значит, итак, вот сразу у нас произошел затык от усталости. Каковой затык мы сейчас разрешим и объясним все-таки, значит, каким образом наши конгруэнс-подгруппы соответствуют с модулярными нормами. Значит, смотрите, фишка тут такая. Значит, пусть у вас имеется просто и шот, и барис. При этом базис правильно ориентирован. Тогда, если решетки и базисы, мы можем просто поставить точку на верхней полуплоскости Z плюс омега 1 плюс G на омега 2. Теперь, что происходит с классом изоморфизма решеток? Ну, хорошо известно, значит, что то самое, что соответствующее там вложение Z в комплексные числа аналитические изоморфны, соответствующие двум решеткам, аналитические изоморфы, тогда когда эти решетки пропорциональны, и поэтому, значит, на решетках тем самым действует только группа поворотов на комплексные числа. То есть, когда мы решетку на нужный поворот повернем, они как бы совпадут, и после этого останутся только базисы. Каждому базису мы ставим соответствие это число, и понятно, что в полном набор базису соответствует набор орбит относительно S2. В этом случае мы закончили. Теперь давайте смотреть следующее. Значит, вот у нас есть решетка с базисом W1, W2. Давайте зафиксируем внутри зашифрованным сначала решетку единицы на M и профакторизованным по E. Ну, это решетка, которая состоит из всех вот этих вот точек. Прошу прощения. Ну и сейчас остальные диктов. Значит, давайте зафиксируем такую точку, причем зафиксируем ее никак-нибудь, а зафиксируем ее обычно принято писать большое. А зафиксируем ее ровно где-то. Если я ставлю на 1, а вот это вот на 2, эту фиксацию мы будем
считать, что точка это зависит от базиса. Вот она вот эта вот точка. Значит, какие свойства этой точки есть? Свойства этой точки есть, что она, во-первых, сидит вот в этой решетке, а во-вторых, имеет период ровное. Более интересный пункт, когда мы будем играть за массу.
Денисов. Майонез. Поэт. То есть мы фиксируем гоморфизм. Зет поэт. Плюс зет поэт. Вот это вот решетка. Значит, соответственно, нетрудно видеть, что данные, которые надо будет сохранить, накладываются на эту матрицу очень тяжелые условия, а именно нам надо, чтобы все было. Это было 0, это было 0, это было 1, это было 1. Каждый может легко в этом убедиться, я не буду этого проверять. Фишка состоит в том, соответственно, здесь вот этому случаю, соответственно, гамма-то. Фишка состоит в том, что мы не можем, если раньше для гамма-1 последовательности, для гамма-0 мы могли взять все наши наборы модулярных данных, просто переворачивать эти наборы модулярных данных по действию изоморфизму и получить в качестве эквивалентного объекта фактор верхней полуплоскости по соответствующей подробности, гамма-0 это или гамма-1 это. Да, я прошу прощения, надо, наверное, сказать, что теперь возвращаясь к тому, значит, на чем мы заткнулись в прошлый раз, это совершенно не обязательно вот таким вот именно образом. Можно это только фиксировать каким-то другим образом, равно как по-другому можно фиксировать другим образом. Ну, точки, соответственно, имеют большой выбор тех точек отсюда, которые имеют порядок ровно n, а чтобы фиксировать соответствующую прямую, тоже имеется большой выбор, это как раз вот проективная прямая на z-проект. Этих примеров ровно столько, сколько точно проективный прямой ZP по определению такого. Значит, соответственно, гамма-0 от N и гамма-1 от N, как видно из самого определения, определены точностью до сопряжения. Потому что сразу было требовать, чтобы подгруппу инвариантно определялась подгруппу с какими-то фиксированными свойствами, что к какому бусу это масса. Значит, почему выбрали левый нижний угол, а не стороны правый вес. Вот. И если мы будем выбирать другие, соответственно, точки или подгруппы, то вместо подгруппы гамма-0 от N и гамма-1 от N мы получим сопряженные подгруппы. Значит, в случае с гамма-1 от N и сопряженные подгруппы получить не может, чем-то оно нормально. И ставится естественный вопрос, значит, почему это происходит, ведь таких данных вообще больше, значит, чем вот этих вот данных. И это странно, значит, что не получается никаких сопряженных подгрупп. Подгруппы сопряженных не получается, да, вот это, конечно, нормально. Зато вот этих вот данных сильно больше. У них существует дискретный инвариант. У них существует инвариант, вот так, что Z2Z не может перевести одни данные с одними данными в базе с другими данными, если эти варианты логичны. Понятно, что никакое такое явление здесь и здесь не имеется. Z2Z можно любую точку перейти, любую другую точку, такого сорта, или будет прямую, или будет прямую. А здесь уже не всегда, и можно догадаться, что это за инвариант, значит, если мы возьмем в адрес в ZPM единственный пари, который мы зафиксировали в согласии с определением этих данных, то у этого базиса есть определитель. У этого базиса есть определитель, понятное дело, что определитель этот, это есть какое-то обратимое число по модулю n, и понятное дело, что применение к базису матрицы из S2Z этот определитель поменять не может. Но и поэтому для того, чтобы получить h по гамма-0 от n, нам надо выбрать какой-то один определитель. Для этого определителя мы будем получать разные объекты, каждый из которых будет h по гамма-0 от n. Вот. Поэтому надо зафиксировать определитель, и ну, в модельном примере, естественно, мы зафиксируем базис, вот, состоящий из вот этих двух векторов, и никаких проблем у нас не будет. А в неодельном примере надо помнить, что если мы вдруг зафиксируем какой-то базис, который часто имеет не тот определитель, который нарисован здесь, то это означает, что даже если вот это соответствующее множество модулярных данных никогда не сможет перевести модулярные данные, которые соответствуют вот этому. Значит, вот это обстоятельство надо иметь в виду. Хорошо, с этим мы справимся. Теперь, что я еще хотел напомнить. Значит, я хотел напомнить, значит, в прошлый раз я местом остановился на формуле для рода, а именно, что вот аж по G задается формулой единицы плюс мю поделить на 12, минус мю 2 поделить на 4, минус 3 поделить на 3, минус мю бесконечность поделить пополам.
Значит, давайте я скажу, откуда эта форма берется, потому что я чувствую, что полезен применять формулу Горца. Впрочем, если никто уже не поленился, то давайте пропустим. Все поленились. Давайте тогда применим это очень быстро. Значит, это эллиптические точки, у которых стационарная подгруппа Z пополам, а это эллиптические точки, у которых стационарная подгруппа Z маты. Значит, откуда форма берется? Она берется из ответвления x по гамма. Каковы ответвления? Все устроены так. Значит, у гамма, значит, во-первых, это отображение во всех обычных точках. Во всех обычных точках аж по гамма это отображение не зациклено, а зациклено может быть только над тремя точками аж по гамма. Над двумя эллиптическими точками, одной параболической точкой. Вот. Соответственно, как устроено явление над эллиптическими точками? Допустим, что x эллиптическое. И y в x это набор точек y в x, который представляет собой прообраз вот этой вот эллиптической орбиты. Значит, ну, во-первых, сколько их? Понятно, что в кратности не их в меню. Где меню, я напомню, это степень этого открытия. Накрытие, что то же самое, индекс группы Жердана, не считая матрицы плюс-минус единичных. Значит, это накрытие имеет степень, в принципе, как условие ветвления, это накрытие, очевидно, это анализа структуры земной поверхности, которую мы проводили, что тут может быть все одно из двух, либо соответствующий гидрик не разрезленный соответствующим эпсилоном, тогда он остается эллиптическим. Либо он разрезленный, тогда разрезлиться дальше некуда, кроме такого обычного. Вот. Соответственно, значит, у каждого этих гидрик есть порядок. Значит, порядок H от y, который равен 1, 2, 3. Значит, и, соответственно, имеет индекс ветвления, который устроен ровно наоборот с порядком. Значит, если H от y равна единице, то индекс ветвления совпадает с порядком точки x, если H от y равна другой точке, то индекс ветвления единица. Вот, значит, я напомню, что для того, чтобы применить формулу Горца, нам надо посчитать сумму. Значит, что такое формула Горца? Выражение номер 2 оставляется неуклонно умножить на выражение номер 2, да, вот это вот кривой, то есть минус 2. И дальше надо прибавить яйца минус единица, где яйца это индекс светления, все точки, в которых это отображение ветвления. Слава Богу, значит, никакого, значит, дикого ветвления у нас здесь не бывает, потому что характеристика 0, что у нас комплексными числами. И, соответственно, нам надо посчитать вот эти вот индекс светления. Ну, давайте посмотрим, значит, что это за индекс ветвления. Значит, смотрите, на эллиптической точке, x эллиптической, что такое сумма по всем игрекам, где y минус единица. Что это такое? Ну, понятно, что это вот что такое. Это есть h минус 1 на ню минус количество эллиптических точек на x. И все это надо поделить на h.
Значит, ну понятно почему, потому что это самое, что такое ну? Ну это есть А на количество простых. Поэтому
соответственно, значит, один тот же индоцветвение. Более того, мы знаем, чему равен этот индоцветвение. Вообще индоцветвение бесконечно посчитать легко. Это надо взять социальную подгруппу точки, которая сидит над бесконечностью, и посмотреть индекс этой социальной подгруппы в социальной подгруппе и бесконечность для SS2Z. Социальная подгруппа и бесконечность для SS2Z проживена элементом T, 1, 1, 1, 0, то есть двигаем на единичку, а стационарная подгруппа в наших проживена каким-то элементом 1, n, 1, 0. Соответственно, вот этот n у нас и есть этот индекс, ну и для гамма от n, понятное дело, что этот индекс равен ровно n. Не надо думать, что этот индекс равен, например, для гамма 0, 1 от n или для гамма 1 от n. Не так, гамма 0 от n и гамма 1 от n вполне себе содержит элемент t. А вот для гамма от n этот индекс уже равен. То есть, еще раз, локальный параметр бесконечности для гамма 0, для гамма 1 от n, локальный параметр бесконечности остается e в степени 2 π z. А вот для гамма от n, локальный параметр бесконечности уже остается e в степени 2 π z поделить на n. Хорошо. Значит, мы сосчитали, я не буду воспроизводить подсчеты, которые я уже приводил в прошлый раз, значит, мы более-менее сосчитали, значит, всю картинку, то есть все есть по картинке гамма от n. Сидит гамма 1 от n, сидит гамма 0 от n. Сидит гамма, мы все индексы посчитали, причем считали как индексы подгрупп, так и индексы подгрупп с черточкой, то есть степени отображения. Это все, если не нужно запомнить, то, по крайней мере, надо помнить, что это все хорошо подсчитано и науки известны. Значит, теперь следующая фишка, которой мы собираемся заниматься, это скалярное произведение. Значит, давайте я алгебре действия и объяснить, как она действует, и какие выводы из этого можно сделать, я определю скалярное произведение. Значит, скалярное произведение будет собрано у нас следующим образом. Давайте, чтобы не запутаться. Посмотрим, где у меня здесь картинка. Сейчас, секунду. Ну, ладно, скалярное произведение, это произведено в памяти. Ничего страшного. Значит, смотрите. А вот объем я уже не помню. Вот все-таки давайте я на себе не найду, где у меня. Сейчас конспект, это не все это было. Значит, давайте я такой попадает в конфликт, прям. Я могу практически никогда не ошибусь, рассказывать. Ну и будет, но все-таки не хочется. Хорошо, давайте, вот кажется, у меня конспект нашел. Значит, скалярное произведение, прошу прощения за заминку, скалярное произведение устроено у нас следующим образом. Значит, мы прежде всего рассмотрим меру на нашей верхней двухпластике, которая будет квадратики, x это мнимая часть, а x это вещественная часть элемента верхней полуплоскости. Соответственно, скалярное произведение, значит, это мера, как не трудно проверить, с этого верхнего ряда. Я опущу проверку, но каждый должен хоть раз в жизни эту проверку проделать. Значит, это мера относительно любой матрицы из SL2. Вот. Соответственно,
Тоталярное произведение будет устроено следующим образом. Это будет интеграл параметры в остальных параболических точках по определению для других групп, конечно, у группы там
других собачьих точек нету. По определению были сняты с единственного локального морального точки и бесконечность, просто путем перенесения соответствующей комплексной структуры туда, используя операторы ZSL2Z, не из нашей группы. Используя операторы ZSL2Z, соответствующую точку можно перенести всегда в бесконечность, и структура взята была оттуда. Вот, поэтому это оценка легко переносится на прочие проводнические точки. Итак, этот интеграл сходится. Более того, на самом деле, этот интеграл иногда сходится, если не обязательно обе наши формы проводнические. Значит, можно посчитать, иногда можно посчитать этот интеграл, в котором в одном качестве одного параметра стоит параболическая точка, а в другом в качестве другого параметра стоит непараболическая точка. Понятное дело, что с коренным произведением уже это все называть нельзя, потому что если обе моменты будут никакой не параболические, то интеграл взаимодействует. Значит, но тем не менее, иногда это спаривание используется. Что же касается этого произведения на параболических формах, то это произведение задает эрмитовую структуру на параметры параболических форм для данных форм того и того же веса. Значит, нетрудно видеть, что FG и GF комплексы сопряжены друг другу. Это очевидно из этого определения. Хорошо. Сказать же про скалярное произведение этих форм, это очень хорошо, потому что мы теперь имеем вместо обычного линейного пространства на целом, мы имеем вместо эрмитового пространства. А в эрмитовом пространстве, как известно, гораздо удобнее курсировать линейные операции, нежели это можно сделать просто в абстрактном пространстве. Значит, и поэтому, в частности, там, среди линейных операторов можно выделять важные платы, какие-то сопряженные, и не дают все секунды, мы этим займемся. Значит, упоминаю операторы дети. Операторы дети действуют у нас на модулярной базе. Но я пока что не буду касаться особенностей, которые связаны с действием операторы дети на группах меньше, чем полная модулярная группа. Значит, почему эти особенности имеют место? Вы уже видели из определения, я сейчас про это напомню. Значит, итак, операторы дети оценки прежде всего определяются на решетках. Значит, это есть сумма по всем под решеткам значит, только естественно, значит, сейчас, секундочку. Нет, все равно. Значит, и давайте еще определим. Класс решетки N. Значит, тогда имеется следующая картинка. На вот этом при таком определении это очень легко проверить. Значит, я снова теорему просто формулирую. Давайте все еще раз, значит, что, во-первых, если M у нас взаимопросты, то наши операторы коммутируют. Во-вторых, оператор с индексом P связан вот таким вот нелинейным соотношением с операторами с индексом следующей степени P и предыдущей. Это очень важное соотношение. Оно проверяется непосредственно, я не буду его так и проверять. Значит, ну и поэтому соотношение можно рекуррентным образом считать операторы первого по следующей степени, как легко видеть. Потому что у нас здесь имеется следующая степень, здесь имеется предыдущая степень, здесь у нас степень PN, и по индукции все эти операторы могут вычисляться здесь все коэффициенты, так что по индукции все эти операторы могут вычисляться. Значит, соответственно, эти операторы представляют собой
там полностью представляет собой неактуальную. Значит, все операторы ТСМ, это то же самое, что операторы, которые произвели ТСП и РСП для простых П, и это некоторая коммутативно аварка. Значит, единственное, что... Сейчас, секундочку. Значит, почему я... Почему я хочу сказать, что она коммутативная, значит, которая с разными N они коммутируют, очевидно, а что происходит с оператором ТСП и ТСП-лентой? Ну, должны тоже коммутировать, потому что это точно совершенно это коммутативная алгебра. Значит, давайте считать, что если тоже коммутируют, это легкая проверка. Значит, теперь это тоже происходит в модулярных данных. Теперь давайте посмотреть, что происходит в модулярных формах. Значит, в модулярных формах происходит следующее. Значит, я напомню, как соотносится функция решеток с модулярной формой. Значит, f от пары W1, W2. Это то же самое, что W2 минус f на f от W1 и W2. И вот эта функция на модулярную память, пожалуйста, модулярная функция. И, соответственно, вот это вот решетки параметры единицы. Значит, соответственно, что такое ТСМ на FZ? Значит, удобно немножко определить, не изменить это деление, а именно легко видеть, что на самом деле это то же самое, что надо бы перенести ТСМ, FZ объявить переносом действия ТСМ с F большой на F маленькое. На этих F у нас ТСМ уже действует, значит, соответственно, эти F может быть перенесен при помощи этой картинки. Но из соображений целочисленности, на которых я сейчас и буду останавливаться, пишут, что на самом деле T на F у нас будет соответствовать n степени k минус 1. На T на F. Вот этот оператор будет перенесен вот сюда вот, в качестве T на F. Соответственно, в явной форме это выглядит следующим образом. Значит, Tm ТСМ F от Z это первая важная формула. Точнее, здесь это еще не совсем явная 2 степени k минус 1 n степени k минус 1 ТСМ на F большое Z единичка. Но еще лучше переписать это все в явную форму. А в явной форме это выглядит следующим образом. Значит, t от n, t от z, есть вот, что это вот n, это k минус 1, сумма по всем a, b, c, d, на z, t, k минус k, это вот a, b, c, d, поделить на d. Где матрицы? Набое. Суть вот кто такие. Это представители класса целочисленных матриц с определителем уже не единичка, а n.
поскольку мы имеем дело как группы ГАМ, то есть люди из группы ГАМ. Значит, реально, что такое оператор ГИКИ? Реально, оператор ГИКИ – это не то иное, как ГИКИ, соответствующего, значит, набора матриц всех с определителем N. Значит, но при этом мы хотим, то самое, мы хотим, чтобы действовали не матрицы, а их гамма-орбиты. Значит, каждая гамма-орбита в матрицах с определителем представляет собой полагаемый оператор ГИКИ. На самом деле, забегающий вперед, я могу сказать, да, например, что это когда гамма-орбиты? Эти гамма-орбиты очень легко выписать явно. Значит, представители гамма-орбит выглядят следующим образом. Значит, это надо выбрать какой-то делитель N. Дальше надо выбрать, соответственно, это будет элемент в правом нижнем углу. Разумеется, значит, элемент в правом верхнем углу будет равен N поделить на B, а элемент B будет пробегать число от 0 до 1. Каждый сказал, что может убедиться, что представитель матриц свидетеля N, представитель матриц детерминатор N могут быть выбраны такие вот матрицы, каковы матрицы там наверху и написаны. Значит, ну, тут можно написать нолик, поскольку матрица пробегает представители, каждый представитель у нас имеет нолик в левом нижнем углу. Значит, теперь давайте посмотрим, какая форма коммутирует наша операция. Ну, это вот, естественно, сохранится в том точном виде, в котором оно сохранялось, в котором оно было и на модулярных данных. Не важно, с модулярными данными, мы видим, делали их с модулярными формами. Операторы ГИКИ друг с другом коммутируют точно так. Значит, а для простых P выглядит это так. P на P в эти есть вот что такое дело. Есть P на P на F плюс P на минус 1 на P на P. Я просто переписал вот эту вот формулу в терминах функций, а не модулярных форм. Следующий симпатичный вопрос – это как наши операторы ГИКИ действуют на фурьер разложения. Значит, мы написали здесь модулярные данные, но это как бы мы написали для того, чтобы определение получить. Вообще модулярные данные технически не очень удобно иметь дело, они используются как правило для определения, потому что идеологически это наоборот важный объект. А технически все считается на функциях и на прочих объектах, к которым мы сегодня еще успеем подойти. Значит так, действуют операторы ГИКИ на формах мы написали, а теперь давайте посмотрим, как они действуют на кое изложение. Значит, опять же, постараемся не перепутать. Не перепутать формулы. Сейчас, секунду. Значит, эту формулу у меня написано правильно. Значит, значит, действие на кур изложения. Значит, пусть у нас F, это если сумма C от M у Mt, где больше равно нулю, не обязательно по количеству.
произвольная форма, это ее разложение в бесконечности. Тогда да, трансферм на L есть тоже модулярная форма, да, я честно забыл сказать, но из всего рассказа это должно быть очевидно, что операторы дети сохраняют пространство модулярных форм данного веса. То есть модулярную форму данного веса они переводят обратно в модулярную форму данного веса. Значит, пусть у нас имеется уравнение, значит, тогда в качестве действия оператора дифференциал получится уравнение. И при этом расположение это будет следующим образом. Гамма от n есть сумма по всем а будет равна единице, а летящим небольшой общей делитель гамма n а в степени k минус 1 на коэффициент нашей формы МН поделить на А в квадрате. Значит, в частности, имеет место следующая картинка. Гамма от нуля, это есть сигма К минус первая от М. От N, прошу прощения, на C от нуля. Гамма же от единицы, а равняется C от N. Давайте проверим, так это или не так. Значит, гамма от нуля, это что такое? Значит, одна единица у нас, правильно? И это будет наибольший общий делитель МН у нас будет N. Соответственно, А будет пробегать все делители N. До нуля, а здесь будут стоять делители степени k минус 1, что здесь и написано. Вот и правильно. Значит, давайте для единички туда проверим. Значит, для единички наибольшая общая единичка наоборот будет ровно единичка. Соответственно, это будет единичка, а c у нас будет ровно 1. Вот так. Значит, давайте. Это совсем несложное вычисление, и оно прямую следует из вот этих вопросов. Значит, я не буду на нем останавливаться. Значит, в частности, давайте мы напишем, что будет происходить, если как считать эти все коэффициенты индуктивно. Значит, чтобы считать их индуктивно, мы используем следующую формулу. Если n у нас простое, то, соответственно, у нас имеет место упрощенная формула. Гамма от n равняется следующей. Это есть вектор от pn, если p имеет n. Если это есть вектор от pn плюс p, это не k минус 1 на c, вот, на P, если P делит F. Такая вот красивая, симпатичная формула. Таким образом мы можем сочетать действия оператора с простым номером, а операторы действия со всеми номерами пытаются оператором с простым номером. Поэтому для того, чтобы вычислить действие, нам достаточно знать, как действует оператор с простым номером. Значит, теперь давайте посмотрим, каким образом начинают операторы действовать в модулярных формах, и, естественно, значит, пространство модулярных форм, соответственно, пространство, конечно, оно распадается по характеру.
наших коммутативных алгебры операторов действия. Оно распадается по характеру, но часто у алгебры действия существуют собственные векторы. Собственные векторы одновременно для всех операторов действия. Значит, давай посмотрим, как устроено курс предложения вот этих вот собственных векторов. Итак, пусть я затем это и есть сумма FM со степени N. Пусть вот это уже форма вектор K. И пускай она собственно для всех ТРТ. Как устроены коэффициенты к разложению вот этой вот формы, если она создана для всех операторов действий? Давайте посмотрим. Это очень важный принцип, несмотря на его полную элементарность. И устроено он следующим образом. Значит, во-первых, тогда при от единички равно нулю. И во-вторых, если нормализовать сейчас таким образом, чтобы связь единички была равна единице, то у нас будет неизменно следующая типичная картина. Что у нас m, номер отфильмит n, давайте вспомним, m имеет коэффициент. Значит, совсем простое обстоятельство. Давайте проверим это для сначала для простых, для операторов с простым номером, а потом посмотрим, что происходит с операторами со составным номером. Значит, если оператор у нас с простым номером, то мы представим, значит, значит, оператор, вот у нас есть вычисление гамма-от единицы. Гамма-от единицы это, значит, если t от n на f действует умножение на лямбда от n, то c от единицы у нас единичка была, а гамма от единицы, соответственно, у нас должна быть c от f. И она же, очевидно, должна быть и собственным числом. И тем самым, значит, мы видим, что это утверждение у нас имеется на ходу. Еще раз, c от f можно представить как результат действия нашего оператора на первый коэффициент предположения. Ну вот. А мы знаем, что наш оператор на первый коэффициент предложения действует довольно экзотическим образом. Значит, а именно он действует как c от m, как m коэффициент нашего предложения. Вот. Мы, если из этого следует, что c от коэффициент нашего предложения, наш вариант собственного числа. Вот. Таким образом, если у меня форма собственная, то вот это вот предложение очевидно. Соответственно, давайте выпишем, что это означает коэффициент. Коэффициент вот этой исходной нашей формы, если она создана для оператора B.
Значит, если наша форма собственно для оператора развития, то дискуссия собственная. Тогда имеет место следующая картинка. ЦСР на ЦСР равняется ЦСР в линии, если они взаимопросы. А для ПВ имеет место форма схожая с двумя предыдущими. ЦСП на ЦСП есть ЦСП на степени минус 1, плюс П в степени К минус 1 на ЦСП в степени Н минус. Почему вот это важно? Потому что обнаруживается, что из вот этих вот формул мы можем сделать немедленно очень забавный минус, касающийся преобразования милина, ради которого во многом мы эти модулярные формы рассматриваем, чтобы получать из них это функции. Значит, я напомню, что преобразование милина – это обычное преобразование милина, когда он берется по верхней полуоси, переменная t – это переменная на верхней полуоси, и интегрирует нашу форму, помножить на dt из 12. Соответственно, да, и на тест интегрировать надо по степени dt из 12, мы все с этой функцией интегрируем. Значит, так вот, для преобразования милина собственной формы относительной разрешения мы можем прийти к следующему выводу. Значит, теорема. Пусть это нормализованная, то есть единица равна 1, собственная функция алгебры Гейси и одновременно форма веса К. Тогда преобразование милина устроено следующим образом. Это есть произведение по всем К, единица, разделительная единица минус ЦСП на К степени минус С, плюс П степени К единица минус С. И таким образом обнаруживается некоторая подача, таинственная связь между собственностью для действия алгебры Гейси и наличием элевого произведения. Элевое произведение на месте весьма специфического вида. Значит, для всех наших модулярных форм, независимо от веса, этот полином имеет только три члена, вот такие вот. Значит, я напомню, что строго говоря, если мы сейчас я не знаю, какое тут лучше сделать замечание, давайте пока я скажу, поскольку я ясно не сформулировал, что это по поводу так сказать, давайте я пока что это замечание оставлю при себе. Значит, давайте я приведу пример. У нас уже несколько запасов модулярных форм есть. Не очень большой, но какой-то имеется. Давайте какой-нибудь из них рассмотрим. Значит, пусть у нас имеется модулярная форма ЕК от З, так и зашли на веса К. Значит, тогда, ну, то есть это то, что было там единица плюс 240, сумма сигма 3, единица минус 54, сумма сигма 5 и так далее. Значит, тогда можно понять, что имеет место следующая картинка. Значит, во-первых, нам нужны новоизобные формы. Вся наша теория имеет дело не со старшим коэффициентом, а со вторым коэффициентом, ну, в смысле, с коэффициентом при первой степени Q.
Это, заметьте, очень характерное обстоятельство, потому что первый коэффициент — это то, что отличает модулярную форму обычно от парабологической. И с первым, связано с первым коэффициентом, приходится часто бороться путем всякой реализации. Примерно то же самое, что мы проделали с дельта-функциями при их вычислении на кривых наук или на дельта-функциями, которые мы вычисляли в последствии. Значит, основная работа идет с параболической частью модулярных форм. Значит, вы заметите, что формулы для действия операторов магнитии, они тоже завязаны не на свободный член, а на параболическую часть. То есть свободный член как бы является дальнейшим модулярной формы, несмотря на то, что модулярное уравнение выполняется именно для модулярной формы со свободным членом, а не без такового. Значит, это примерно, еще раз говорю, ну, картина тут, давайте запомним, как дельта-функция вычисляется при образовании миллина от этой функции. Значит, для того, чтобы считать дельта-функцию, мы должны считать при образовании миллина от этой функции сумма, минус бесконечности до бесконечности, е в степени минус пи n квадрат x. Значит, при этом, считая это преобразование миллина, значит, мы пользуемся именно вот этой функцией, но фишка в том, что прямое преобразование миллина применить нельзя, потому что это результат разольется, поскольку это наша функция на бесконечности равна единичке, а вовсе не нулю, как хотелось бы, для того, чтобы у нас ходилось честное настоящее преобразование миллина. И нам приходится, значит, а на самом деле преобразование миллина, которое сольется, оно используется для половинки вот этой функции. Если взять только n больше нуля, тогда функция будет на бесконечности, бесконечной уровне, преобразование миллина сойдется. Значит, если вы помните основную теорему про преобразование миллина, которую мы здесь проходили, с этим можно понять путем регуляризации. То есть, несмотря на то, что функциональное уравнение выполнено для самой функции, а интеграл используется для этих функций минус что-то, грубо говоря, двухчленной линейной формы этой функции, картина, тем не менее, значит, может быть приведена к удобному знаменателю путем выделения соответствующего интеграла расходящихся частей и приравнивания этих расходящихся частей к рациональной функции. Значит, удается выделить единый метод как для кривых при помощи теоремы Иванова, так и для этой функции Риммана или Тейна, состоит в том, что мы выделяем из наших интегралов расходящиеся части, и эти расходящиеся части доказывают, что они суть рациональные функции, и поэтому их можно аналитически продолжить даже на все места, где на те значения параметров, где соответствующие виды расходятся. Метод всегда одинаковый. В сущности, здесь имеется такой же метод. Давайте я скажу ответ. Что происходит с данными Эйнштейном, если с ним применить преобразование миллина. И я не буду это доказывать, это вполне себе симпатичное упражнение, а скажу только ответ, но наизусть я его не помню. Сейчас я этот ответ, тем не менее, скажу. Значит, что происходит, если применить преобразование миллина к ряду Эйнштейна. Получается комбинация двух функций. Вот что это комбинация двух функций? Вот он. Значит, если мы рассмотрим ряд Эйнштейна, то ответ у нас такой, соответствующий ряд кривых это z от s на z от s минус k. Почему это так? Предлагаю в качестве домашней задачи, это несложная задача, учитывая то, что мы про ряд Эйнштейна довольно много знаем. Посчитать преобразование миллина от ряда Эйнштейна — это решаемая задача. Сразу скажу, что гораздо больше интересно, конечно, преобразование миллина от параболических форм.
потому что ряды Эйзенштейна, грубо говоря, нам никаких новых интересных зета-функций разных многообразий не дают. Ну, как видите, значит, то, что есть, это некие кусочки зета-функций проективных пространств. Значит, я напомню, что зета-функция проективного пространства есть произведение зета-функций отряд, минус один и так далее, значит, по этой размерности проективного пространства. Это какой-то кусочек такой вот функции. Ну, то есть, грубо говоря, мотив, к которому относится соответствующая зета-функция, это, условно говоря, кусочек состоит из мотива тейса или из мотива прямой, как хотите. Значит. Короче говоря, прямого геометрического смысла не имеет. А вот имея дело с параболическими формами, можно будет убедиться, что зета-функция связана с этим, параболическими формами, они уже очень даже имеют отношение к зета-функциям серьезно многообразие. Значит, как именно это происходит, я сейчас объясню. Значит, проще всего мне придется несколько отличаться от такого непосредственного рассказа без перескакивания чего бы то ни было, потому что для того, чтобы все, что я сейчас скажу, приобрело реальный смысл, мы должны определить прежде всего действие операторов Гейса на формах, связанных с не обязательно группой гамма тесты КВ, а с ее подгруппой. Значит, проблема возникает в том, естественно, что если у нас уровень подгруппы G, пусть это конгруэнс подгруппы, уровень отличных единицы, то этот уровень начинает рисовать с определением операторов Гейса. Значит, ну подумайте сами. Значит, мы рассматриваем все подрешетки конкретного индекса, а модулярные данные, которые нам определяют модулярные формы для какой-то меньше, чем сама гамма подгруппы, они завязаны на подгруппы в как раз соответствующих решетках. Значит, причем эти подгруппы у нас как бы, если мы будем брать сумму по всем подрешеткам соответствующего индекса, то, соответственно, если эти подгруппы начнем переносить в эти подрешетки, может возникнуть проблема, что у них поменяется период. Я напомню, что в определении гамма-1 и гамма-1, атен и гамма-атен, значит, мы все время имели дело с подгруппами периода ровно n. Значит, этот подгруппа периода ровно n, если мы соответствующего этого этой подгруппы перешли индекса за непростого центра, ничего не изменится. Эта подгруппа останется периодом подгруппы периода подгруппы или точка, или базис останутся подгруппы периода или точка или базиса периода ровно n. А если не взаимно просто с номером оператора Гейса, то прямое определение не пройдет, его приходится модифицировать. Значит, безусловно, это надо выучить, естественно, в оставшиеся полчаса я не буду про это рассказывать, потому что это довольно длинные технические подробности. Почему я все должен сделать это предисловие? Потому что то, что я сейчас хочу рассказать, связано с модулярной формой ЖС-2. А модулярной формой ЖС-2, как мы хорошо знаем, на самой гамме нету, и поэтому рассказ был бы пустым, если не предположить существование модулярных форм ЖС-2 на каких-то меньших подгруппах. Значит, параболические формы, как известно, найти еще труднее, чем найти общие формы, как правило, первые несколько модулярных форм оказываются не параболические, например, рядов Эйзенштейна показывает, параболическая форма обнаруживается только в 12-м бите. Тем не менее, параболические формы существуют. Значит, вообще, откуда они существуют, это как раз довольно легко. Пусть у нас имеется какая-то подгруппа модулярной группы. Пусть у нас имеется какая-то подгруппа модулярной группы, и пусть род соответствующей римовой поверхности от шестой по гамма, от шестой по гамма, прошу прощения. Пусть род больше или равен единице. Если род этой поверхности больше или равен единице, то на этой поверхности, как известно, существует регулярный дифференциал. Значит, регулярный дифференциал — это ровно то же самое, что модулярная форма веса 2. Что параболическая модулярная форма веса 2. Почему регулярный дифференциал — это то же самое, что параболическая форма веса 2? Потому что из-за разницы как пополам, которая происходит между порядком нуля или полюса формы и дифференциала. Это, как известно, происходит
пользу дифференциала, и поэтому там, где дифференциал всего лишь регулярный, модулярная форма оказывается параболической. Из ВП от соответствующего дифференциала нам надо вычесть как пополам, то есть единичку. Вот, соответственно, значит, все модулярные формы, дифференциал в области параболической точки, дифференциал на линии поверхности в области параболической точки регулярно, значит, соответствующая этому дифференциалу модулярная форма оказывается параболической. Значит, не очень сложное вычисление показывает следующее. Не очень сложное вычисление, по-моему, довольно сложной теории, которую я здесь большей части не рассказывал. Значит, теория состоит в общем, что все соответствующие отличимся от какой-нибудь простой серии конкурентоподобных, например, гамма и ноль от t. Уравнение с целыми коэффициентами. Значит, это уравнение связывает йотен вариант йо, йотен вариант йотен зе, йотен вариант йотен зе. Это легко вычисляемое сильное алгебраическое уравнение. Единственное, что свойства геометрического этого уравнения не очень хороши, поскольку соответствующая плоская кривая сильно выражена. Тем не менее, нас это не волнует, потому что мы знаем, что h по гамма 0 от n это 2 спиринного поверхности. Ну, это, в смысле, Риммана поверхность вообще есть, по-моему, не гладкая поверхность. Так вот, мы знаем, что это Риммана поверхность, что это тем самым гладкое комплексное многообразие. Вот, и поэтому это уравнение очень хорошо, с точки зрения, что оно дает уравнение с рациональными коэффициентами, то есть h по гамма 0 от n в результате оказывается кривой x0 от n, которая определена многообразными числами. Я тоже говорил, что первые несколько кривых это имеет род 0, потом какое-то количество кривых имеет род 1, нет, первое, которое имеет род 1, это, наверное, 1. Дальше мы начинаем иметь род 2, начинаем с равно 37, начинаем иметь род 2 с какого-то момента, это не означает, что они все имеют род 2, так. Но, тем не менее, первое, род 2 попадается сейчас. Ну, и формулу для рода мы выводили, и поэтому картина тут простая, рано или поздно род 0 перестает появляться дальше. Потом перестает появляться род 1 и так далее и тому подобное. Значит, род растет. Род кривой x0 от n растет. Итак, пусть кривая x0 от n отвечает такой функции, для которого она не есть Риммановая сфера. Например, она равна 11 или равна 37. Соответствующая кривая кривая на q. И на этой кривой имеется место пространства дифференциала. Пространство дифференциала, таковое пространство тоже определено на ску. Значит, вопрос. Давайте рассмотрим какой-то дифференциал на кривой x0 от n. И рассмотрим отвечающий этому дифференциалу на кривой. Я напомню, что отвечающая модулярная форма, это просто мы переписываем этот дифференциал в зависимости не от параметра на образе проекции h на x0 от n, а через параметр z, который живет у нас в любой манаж. Значит, это будет некоторая параболическая модулярная форма веса 2. Значит, возникает вопрос, как на эту параболическую модулярную форму веса 2 действуют операторы гейки? Ну, понятное дело, что сам по себе этот вопрос бессмысленен, потому что собственность относительно оператора гейки — это свойство, которое не заняется при взятии линейной комбинации. Поэтому если мы просто рассмотрим комплексное пространство дифференциала первого рода на кривой и соответствующее комплексное пространство модулярных форм веса 2 для группы гамма 0 от n, то там будут всякие модулярные формы и собственные относительно оператора гейки. И не собственно относительно оператора. Тем не менее, обнаруживается, что надо взять соответствующее пространство модулярных форм и разложить это пространство по характеру алгебры гейки.
То есть в этом пространстве найти модулярные формы, которые суть собственные модулярные формы для алгебры Е. Это можно сделать, потому что на этом пространстве действует имеет термитов форма, и совсем несложно проверить, у меня просто сейчас нет времени для этого, что операторы Гейте, суть термитовые операторы относительно, скажем, при определении Петерсона, который мы видим. Значит, это видно из представления операторов в виде, ну, например, в виде сумм по матрицам, по представительным классам смежности матрицы, а особенно удобно на это смотреть или воспользоваться таким аппаратом, который кажется немного громоздким, но на самом деле чрезвычайно удобным. А именно, операторы Гейте могут быть представлены в виде суммы по обычным смежным классам, а по двойным смежным классам. А двойных смежных классов обычно бывает очень мало. Двойные смежные классы, я имею в виду действия группы как с одной стороны, так и с другой стороны. В обоих случаях на матрицах P и D действует наша группа G. На матрицах определителя N действует наша группа G. И вот соответствующий двойной смежный класс на самом деле определяет оператор D. Еще раз повторю, я предлагаю, что я сказал, но времени уже осталось немного. Поэтому операторы этим сопряжены и приводятся к диагональному низу. Но приводятся к диагональному низу, они, естественно, в комплексном пространстве. Значит, интересно сегодня посмотреть, как устроены базисные векторы. Обнаруживается, что если соответствующий собственный базисный вектор представляет собой модулярную форму с рациональными коэффициентами по модулю деления на какую-нибудь константу, значит, ну, чтобы получить рациональные коэффициенты, надо добиться того, чтобы первый коэффициент был рациональный. Значит, первый коэффициент, если коэффициент первый, я имею в виду не нулевой коэффициент, а коэффициент при степени кубки параболические формы начинаются с куб. Я имею в виду именно коэффициент 3 куб. Вот если этот коэффициент сделать единичным, то может случиться так, что все остальные коэффициенты тоже будут рациональными числами. Эти остальные коэффициенты суть как раз собственные числа операторов Гейте. Замечательное свойство, которое называется теорема Эйхера-Шимура, и доказывается на самом деле довольно просто. То, что я сейчас скажу, это частный случай теоремы Эйхера-Шимура. Состоит в следующем, что на самом деле, если мы рассмотрим кривую аспар гамма 0 от n, рассмотрим идентичность кривую, это будет некоторая объемная гамма-разия. И разложим эквивалентно простые объемные гамма-разия. Категория многообразия с точным учетом Абелева, значит, соответственно, можно просто каждое многообразие можно разложено произведение с точным извинения, с точным заключением, неудачно сказал. Ну, то есть имел в виду то же самое. Так вот, можно любое многообразие с точным извинения можно разложить на произведение процесса, и эти процессы, мол, все эти простые компоненты будут определены на ску, поскольку наш кривая определена на ску, и среди этих компонентов будут попадать эллиптические кривые. Итак, у нас есть наша геометрия, которую мы пытаемся поймать, это эллиптическая кривая, которая есть простой фактор якобиано-модулярной кривой. Значит, естественно, каждому фактору якобиано-модулярной кривой соответствует какой-то голомозный дифференциал. В основном голомозный дифференциал с эллиптической кривой это момент. Ну, вот. Соответственно, этот голомозный дифференциал мы можем выделить и поднять его на верхнюю полуплоскость. Теорема может состоит в том, что если мы вот такой голомозный дифференциал возьмем и поднимем его на верхнюю полуплоскость, то обнаружится, что после чего регулирую этот соответствующий модуляр формы, так чтобы коэффициент при кубе его разложения равнялся единице, то оставшиеся коэффициенты, кроме первого как раз, и которые я обозначил АН, вот эти вот модулярные формы, это звездочки омега, равняется сумма АН УВН, значит, на самом деле, для того, чтобы А1 равнялся единице, тут надо просто не составлять единицы, не ошибаться. Так вот, вот этот коэффициент обладает следующим свойством, что если все мутания вычисляются, естественно, через, поскольку это, да, вот эта форма, оказывается, если там, наверное, пространство, то эта форма, что не должно присутствующих удивлять, оказывается собственной для алгебры Гейте,
Поскольку эта форма оказывается аукционной, ее коэффициенты легко вычисляются через коэффициенты с простыми номерами по той форме, которая еще, кажется, написана на доске. И вся проблема остается в том, чтобы понять, как устроены коэффициенты с простыми номерами. Так вот, обнаруживается, что если мы рассмотрим ту кривую, которая есть эллиптическая кривая, которая имеет простой фактор якобиана нашей модулярной фортевой x0 от n, если мы рассмотрим вот эту вот кривую, то мы понимаем, какой рациональных чисел. Если мы рассмотрим эту кривую и рассмотрим ее первые закономерности, эллиптические коэффициенты, которые мы рассматривали, когда вычисляли эти функции для многообразия над конечным полем, в данном случае соответственно, в данном случае это кривая над полем рациональных чисел, но периодические комбинации все равно можно рассматривать. Значит, соответственно, мы можем посмотреть действие Фрабениуса в эллиптических трагомологиях вот этой вот кривой. На самом деле, эллиптические трагомологии здесь даже можно обойтись, потому что я напомню, что это эллиптическая кривая. Если эллиптическая, мы имеем дело с эллиптической кривой, то эллиптические трагомологии нам не нужны, потому что первая эллиптическая трагомология эллиптической кривой, как любого аверомногократия, можно не заменить ее модуль Кейта. Значит, если мы возьмем просто точки L-эксперименту порядка на нашей эллиптической кривой, то эти точки L-эксперименту порядка представят собой двумерный модуль на ZT. Помножив его на корень, мы получим двумерное поле пространства, и это пространство в точности изоморфно то ли двойственному, то ли самому, не помню, как точно, к эллиптическим трагомологиям нашей кривой. Значит, на самом деле это все равно. В данном случае они друг другу изоморфны, поскольку у них каноническая парень есть, которая отправляет их в групп корней с единицы. Так вот, соответственно, значит, на модуле Кейта действует Фрабениус. Но Фрабениуса много. Они каждому П отвечают за Фрабениуса. Значит, что значит действует Фрабениуса? Фрабениуса? Если взять редукцию соответствующей кривой, то там на редукцию соответствующей кривой точки этого порядка, если редукция происходит не по модулю L, и если редукция хорошая, то если эти два свойства соблюдены, то точки этого порядка изоморфно пересаживаются в точки этого порядка на редукцию. Как устроены точки этого порядка на эллиптических кривых? Если L не совпадает с эллиптическим полем, это всегда двумерное пространство ZP плюс ZP. То же самое относится и к точкам эллиптического. Если L совпадает теоретически, тогда это точки этого порядка меньше, но в этом случае там не обязательно. Итак, мы рассматриваем нашу кривую E, рассматриваем ее редукцию по модулю P. Значит, на точках этого порядка соответствующая редукция, это уже будет многообразие на ZP. Если многообразие на ZP, то мы в нашем курсе очень много имели дела, когда изучали из Z-функции. Соответственно, на точке этого порядка действует Фрабениус. Действует гомоморфизм Фрабениуса, который то есть со самой редукции возводит координаты против самой редукции возводит в этой степени. Это честный алгебраический гомоморфизм, он честно действует на точках этого, квадратного и прочего порядка, и тем самым оказывается линейным оператором на нашем двумерном эллиптическом пространстве. Значит, мы знаем из чего и что этот двумерный оператор имеет характеристический полином, который не зависит от того, точки какого, собственно, этого порядка мы рассматриваем. Это может быть точка этого порядка одного или другого, или бы это не совпадало с характеристикой. И, соответственно, характеристический полином, характеристический полином есть квадратичный полином, как легко видеть, сколько наше квадратическое пространство двумерное. Я надеюсь, что все, что я сейчас говорю, вынимает недоумение, потому что мы это все ходили в начале курса. К этому довольно внимательно присматривались. Это эллиптическое пространство двумерное, соответственно, у нашего Фрабениуса имеется детерминантный свет, который полностью определяет его характеристический полином. Детерминант его ни от чего не зависит, точнее, это зависит только от P, и, собственно, этому P и равен. А что касается света, то это не зависит от целого числа.
понимаете, к чему я клоню, на самом деле вот это вот число АП и П, это коэффициент, соответствующий приведенный к единичному первому коэффициенту, модулярной формы совпадает. Это, так сказать, простейший будет теорема Рикерша-Шенбера. Мы знаем, что эту функцию эллиптической кривой тоже можно считать при помощи следов Фрабениуса, поскольку он как раз через статистическое полиномы следов Фрабениуса и определяется, я даже не скажу вычисляется, а определяется. Я напомню, что эта функция эллиптической кривой на входе и произведение редукции эта функции, произведение эта функция редукции этой эллиптической кривой по модулю различных p. Ну, с точностью до тех p, которых наша эллиптическая кривая при редукции превращается в особую криву. Там надо брать другие самые. А в основном это, в большинстве нет, это z-функция эллиптической кривой на поле fp. И, соответственно, z-функция эллиптической кривой на поле fp это есть единица поделить на клином вот такого самого типа, где, если поскольку карма двойки, то здесь у нас происходит p в степени единицы минус. Значит, так эта функция и эта функция выглядят одинаково, а фишка теорема Рикерша-Шенбера состоит в том, что не только они выглядят одинаково, но и коэффициент АП, который стоит стойкой для этой функции, там, соответственно, стоит сверх Фрабениуса в этом месте, это тоже самое, что коэффициент, который стоит в этом месте. Значит, ну я думаю, что на этой мажорной ноте можно закончить. Всего с вами рассказ.